Всем привет, с вами Шмыг, вы на канале Ушмыг, сегодня поиграем в игру под названием Religion. И... I've been known by many names. Я был известен по многими именами. Prophet. Пророк, лжец, спаситель. Убийца. Murderer. Все же давным-давно я был просто Элион. Человек, который хотел что-то изменить. Человек, который хотел освободить людей из их клеток, построенных могущественными и жадными корпорациями. Чтобы показать им жизнь, наполненную целью и миром. Но, возможно, мне не удалось. Может быть, все это было ошибкой. Там нет ни правильного, ни неправильного в конце концов. Или, возможно, я уже был поглощен тьмой. В чем я уверен? В том, что я начал все это, привел нас к этому моменту. И именно поэтому я буду тем, кто положит этому конец. Так это дошло до этого? А вот и непонятно. Все даже хуже, чем я помню. Меня тошнит от одного взгляда на город. Людям нужна помощь. Мне надо поговорить. И как достучаться до них. Если вы спросите меня, про что игра, то я вам не отвечу. Так, обучение. Те, кто не родился в корпоративных семьях, под воздействием системы внедрения идей, впадали в нигилизм, гедонизм и декаденство. У людей не было иного выбора, кроме как вести бессмысленную жизнь, желая лишь дешевого удовлетворения основных потребностей. Человечеству нужен лидер, который уведет его с темного пути. Тот, кто убедит горожан присоединиться к восстанию против первых. Заговорите с пьяным гражданином. А, здесь чисто мышкой управлять, да? Зачем мне клавиатура? А, клавиатура нужна, чтобы что-то делать. Эй, это в порядке! Не стоит бродить по улицам одному, да еще и под кайфом. Эй, мужик, ты разрамаешься. Есть чем. Поверь мне. Прошу, прими мой набор СВИ. Вот увидишь. F1. Выберите боевые единицы. А, то есть я его типа уже обратил, да? А как так? Хорошо. Ой-ой-ой. СВИ воздействует на людей по-разному. Впереди вы видите группу буйных горожан, усмиряет полиция корпорации. Как группу буйных горожан. Спасите их от роботов-страж, пока еще не поздно. А что это такое? АБ. Задание выберите Элион. Эк. А, Эр, мы проповедь делаем. А, так это как мы играли с вами в этого. Годы промывки мозгов и саморазрушительной жизни привели к ожидаемым последствиям. Новые последователи слабы и в подметке не годятся корпоративной машине. Если помазать их фанатики, у них может появиться шанс в бою против первых. Помазание увеличивает мощь последователей и придает им особые силы. Выберите всех последовательным щелчком. Так. Помажьте. Выберите всех бойцов. И... Это как мы играли в Некроманта, помните? Ну, типа, там то же самое же было. А у меня нет никаких специальных этих. У меня нет никаких специальных тут возможностей, типа какая-нибудь это, типа. Обычно есть несколько способов последовательно. Полную схему можно найти в меню управления. Subscribe to my teachings. Bringing hope to... Опа! А это какой-то сильный, да, он стреляет. Писюн, ой-ой-ой. Эй, подождите. А мне нужны еще последователи, можно немножко? О! I shall lead.
это... Оп. I can see it now. Yes. For honor of God. Quest completed. Задание выполнено. Тихо, что это? No way. Палин, это у него, знаешь, я думал, ты мертв. Fallen, my friend. Палин, друг мой, как я рад тебя видеть спустя столько времени. Я где-то пропадал, я думал, ты мертв. Ты исчез за несколько лет. Я вернулся, я не могу спокойно смотреть, как гниет это место. Я пришел спасти всех нас. Эх? Ты такой несешь, ептую мою, ты спасти от чего, бля? Фален, я готов сражаться с первыми, как мы и планировали много лет назад. Эй, Фален, ты возвращаешься через столько лет и хочешь строить революцию, что ли, а ты, а? Да, ты рассказал мне о несправедливости этой порочной системы. Довольно разговоров, пора действовать. А ты даешь, в таком случае тебе нужно кое с кем встретиться. Она немного чокнута, но тебе понравится. А и все, а я больше не могу там пострелять с кем, ну ладно. Так, давай. Эшерри, погляди, кого я нашел на улице. Это Эллен, мой старый друг, о котором я тебе рассказывал. Он хочет спасти мир, как говорит пророк, которого ты искала. Ой, сарказм тут ни к чему, Фален. Нельзя проводить сюда всех старых друзей, которые ты найдешь на улице. Мне он кажется агентом. Я не слуга корпорации. Послушай, я хочу помочь. Я не могу смотреть на то, что первые с нами делают. Я хочу отключить передатчик СВИ. Ты с ума сошел? Посмотри вокруг, люди запудрили мозги, неужели ты не видишь? Это не волшебное устройство, темница разум наполнена пропагандой, ты считаешь его даром, но это лишь троянский конь. Какой конь? Суть в том, что они манипулируют тобой. Корпорации первые, вы ведомые на бой, ну и в этом виновата СВИ. Они нашли способ залезть прямо в голову. Аля, что если он прав? Мы годами сражались с первым, но к нам никто не присоединился. Что если все дело в СВИ? Не знаю, возможно. Черт, я об этом никогда не думал, Слушай, я расправлюсь с излучателем СВИ с тобой или без тебя. Ладно, сделаем это, надеюсь, ты прав. Как вам озвучка? Огонь, а? Я вообще прям готовился, я изучал. Тихо, ты революшн. Сюда. Ты пойдешь ко мне или не пойдешь? Хорош. А ты чё? Плюс два. А, она хиляет, я понял. А, вы еще быстро ко мне, быстро прижонились. For honor of God. My path is clear. Всего 5 я могу, да, сделать? I will follow. Oh, I can see it now. Yes. Okay. Ничего не... Короче, не понял, как это работает. Короче, забей. Мне нужно, короче, убить кого-то, да? Ой, в смысле, завалить кого-то, да? Правильно или неправильно? Это типа горожане, да? А, о, погнали. Опа, нихера, там началась жара. А, тихо. Слышь, ты с дубиной, ты дурак, что ли? Блин, жалко, что я не могу какой-нибудь там с буковкой или циферкой нажимать и типа это. Ну понял, что, короче, типа это. Так, подожди, мы революцию-то где будем делать? Что-то не понял. О, смотри. О, это кто? А можно я тебя за пик сюда? Да, так, иди-ка сюда. А, ну вот у них сменяется. А, я понял, и они типа теперь мои. Я понял. Так это тот же самый некромантер. Так, а что мне нужно? А, вон там, ой. Вон там что-то там у нас важная метка стоит, да? Ага, нам туда типа нужно прорваться. Ой, ёпт. Ёптель, а чё их так до хера, смотри. Да, я вижу, что меня атакуют. Ёпти. Фален is
just. The infidels are attacking. I am the harbinger of revolution. In the name of God, our units are under attack. Слушай, их что-то много. Уходим. Уходим. Уходим, я сказал. Так, хорошо, я понял тебя. Значит, нам нужно проводить больше вот этих вот всяких приколюк. I can see it now. Слушай, а ты можешь полечить меня? Подожди. So я рядом лечусь, типа, да? Или не лечусь? А почему я не лечусь? Плюс 20, плюс 2. А, нет, вот люди. А, да, все, стоим, тогда ждем. Немножко чайку. Это какой-то отряд, а ты кто? Фанатик какой-то, да? Смотри, братан, я тебе сейчас расскажу, как это... Это, знаешь, как это, типа, вы верите в Бога? Я вам сейчас все расскажу, смотрите. Что не работает? А, мне нужно подождать, я Фиг. Без цели в жизни, смотри, у них нет цели. Я сейчас вам цель покажу. Надо бабок. Будем снимать шлюх, покупать ром и веселиться. Чё, нет? В смысле? Чё, алло, братан, смотри, я тебе такую книжку сейчас покажу. Переешь. Слышь, не уходи. Не уходи. Постой. О, все, есть. А я могу просто, типа, к нему подойти, типа, что-то порассказывать, да? И он такой, типа, ух, ты ж не херашься, ты там, ну ты... Да, стоять! Блин, не получилось. А где там? А как там? Я не понял. Я могу либо просто кнопкой, да, фигачить, либо через R-ку. Через R-ку, типа, круг большой нужен. А так я могу, короче, типа... 7 человек у меня уже в отряде, да? Subscribe to my teachings. Давай. Блин, немножко долго только, да, правда? Согласен или нет? Тихо! Ушел. А ты чё? Нам хватит нам или не хватит? 10 и 1. Ну погнали, короче. Блин, они такие долгие. I shall lead. Мне нужен какой-то этот... Не, он типа дерется, а эти типа стреляют или что они делают? А где эти... А, вот эти петушки. А, так они слабые, смотри. Или подожди, может быть у меня сила растет, когда я это, нет? Хорош. Мне нужно проповеди. Вон, пойдем, там, вон, ты там какие-то заблудшие души. Хотят проповедь, а не пинчуги. Смотри, вот так вот делаю. Так, что у нас по потерям? Пока нормально все по потерям. Тихо, а ты что у нас тут не про революцию, что ли, слышь? Че, дурак? Давай. Хорош. I can see it now. Так, а ты что у нас можешь? Кто ты? Как определить, кто стреляет, а кто не стреляет? Блин! Ой-ой-ой! Ну просто видишь, у меня 10 стреляющих и один, короче, не стреляющий. Что за бред? Вот одного убили, видишь, который махал руками. Его, короче, чпокнули. Видишь, какие медленные. Ну ладно, так, давай, короче, что там? Я сейчас промою тебе мозги, и ты будешь с нами, да? Конечно. Блин, а я все равно это... Так, а тебя что, не... Почему тебя не промыли? Без цели в жизни, видишь он? Так, хорошо. Или нехорошо.
революцию готовим, да? А, мне вот сюда надо попасть? Найдите излучатель Сви. А вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо. I shall leave. Shireen is under attack. The evils are attacking. Как сделать так, чтобы... Задание выполнено. А как сделать так, чтобы мой этот чувак сзади ходил, а не взломать и излучатель? Ох ты, сучка. Так, ХП немножко повосстанавливаем, да? Так. Немножко чайку попьем. Ну, как бы, чтобы, да? Да ёпти. А я через что они там стреляют? Через ящики, типа? И думают, что попадут? А я могу приближать вообще вот так вот, да? Но так не кла... мне так не нравится. Что нам здесь все внедрения идей? А, все? Теперь нам нужно лишь запустить неконтролируемое испытание перезагрузкой. Из-за этого устройство перегреется, я только вытащу диск с данными, он может пригодиться. Ну давай. Ну, а мы дырку открыли. Найдите укрытие. Замечу, на улице рядом есть наркопритон. Это он? Так, наркопритон. Твою мать! У нас получилось, и нас не замочили, похоже, тебя кто-то поберегает. Fuck me перевели как твою мать. Прикольно. Fuck me! Твою мать! Вот, вот это хороший перевод, мне нравится. Посмотри на людей, они словно пробудились, словно очнулись от глубокого сна. Элия, тебе удалось сделать великое дело, ты пророк, которого я искала. Говорил же, чокнутая. Ты не понимаешь, людям нужен силу, вокруг которого можно объединиться. Людям нужен новый лидер, ритуалы, культ. Только так можно побудить их к бою. Ну, РПЦ, да, я понял. Это был лишь первый шаг, Шерин. Мы еще не победили. Но победим, Мелю. Ты сказал, что хочешь что-то изменить, спасти нас. Это твой шанс. Итак, мой пророк, каким будет твое первое послание последователям? Ой, еб твою мать. Вероучение, я же говорю, РПЦ. Путь проповеди, криптозаповеди, нейромистицизм, киберкабуль... Давай так, да насрать вообще. Время служения окончено, тюрьма разрушена, и вы никогда больше не окажетесь в плену. Бесконечность не дается в дар, ее нужно завоевать. Наш двоичный бог показал пример, низведя... Станьте достойны наших священных черепов... Да, окей. Нихера себе он вырос. Опа, нихера. Я таким буду теперь бегать? Победа. Продолжаем. Улучшайте криптобанки, чтобы увеличить запасы крипты и добавить точки доступа. Значит, и вами пожар постепенно разгорается. Диск, который вы забрали с СВИ, может содержать различный корпоративный секрет. Но чтобы выполнить миссию, вам потребуются деньги и инфраструктура. Ну, конечно, куда же без денег-то, конечно. Как же без денюшанских? Фалли, надо поговорить. Пророк, культ, что дальше? Песни, пляски? Эллион, мы с вами соблюдение к нам присоединились. Уже твоим действием и твоей речь. Слушай, мы должны делать все, что можем, чтобы расхерачить эту систему. Ну ладно, ладно, ты прав. Просто ладно. Итак, какой будет следующий шаг? Я не знаю, ты же пророк. А, точно. Можно начать с диска данных СВИ, но я не могу взломать его. Я знаю парень, который может нам помочь. Его зовут Фрик, лучший клавиатурный ковбой в городе. Это похоже на план. Давай найдем его. Я рада, что ты готов к действию. Но для начала тебе нужно заложить основы культа, провозгласить догмы и особые правила. Ну да, хорошая идея. Теперь идем. Фрик должен быть где-то в финансовом районе.
Найдите на экране догмы, вы можете приобрести новую догму, навыки и постоянные способности для своей секты. Для этого вам потребуются очки догмы их, а также внушительное количество веры. Можно получить за выполнение заданий. Где это? А, вот, экран догмы, открой. Взрыв дрона. Пророк пошлет новое свое дрона в гражданской боевой единице. Проповедь. В смысле? Ну, экран догмы. Где экран догмы-то? Святилище. А, вот, да. Так. У меня 3000. Так. Цена 2,5. Церебральные каналы. Особые микросхемы, имплантированные в голову ваших последователей, создают информационный канал, по которому данные быстро распределяют между членами культа. Или пророк постоянно укрепляет основу своей религии с помощью своего разума, чтобы никакая ложь или противоречие не задерживали святой доктрине. Подчеркиваем малейшие тонкости. Он очищает свое учение от идей, которым оказались бредными. Так, все? Вроде все. Так. Обучение. В верхнем правом углу экрана уже стрессовые ресурсы игры крипта, вера и население. I am God's will. СТП? Блин, не здесь. Можешь сюда пройти? Блин, опять мне нужно еще теперь? А мне нужно или не нужно? Что мне нужно делать? Я просто могу пройти или мне нужно захватывать народ? Блин, ну Эрка. Смотри, как он начал. О, ёпта. You will fall. The prophet is under attack. Да, ёп. Our salvation is mine. Кого я могу выбрать? I am the instrument of his will. Стой, а где я? Иди сюда. I'll follow. I can see it now. Follow me, feel no doubt. Так, сейчас тогда. А, ну так давай, давай их тогда сейчас, да, при этом. А, вот, ну 16 с 28 у меня этих народа, да? То есть мне сейчас тоже нужно, наверное, будет драться как-то с кем-то, да? Сейчас мы здесь проповедь про. Сейчас мы все сделаем. I am the prophet. Погнали. Ну, хоть в закрытую зону, пожалуйста, поверни назад, иначе будем стрелять на поражение. Да, погодь, а что-то мне не нравится, а кто там хотел стрелять на поражение? Какая мама мразо. Тихо, а? Найдите фрика. Our salvation is not. А этих я тоже могу, типа. Опа, стопан. А вот и фрик, типа, да? Hey, я же говорю же, я не тот, кто вам нужен, пусти. Гаражирин, вы арестованы, вам запрещено двигаться, пока не прибудет в цель человек, пожалуйста, сохраните спокойствие. Да, пойдем валим, валим. Эд фрик, черт его, а его нашли! Мы его тоже... Да ёпт! Follow me and fear no darkness. Quest completed. Reckoning is at hand. The prophet is under attack. Quest completed. Спасибо, Фанни, ты очень вовремя, это же кто? Сегодня я узнаю, ты же тот пророк, о котором все болтают. Aren't you the prophet man everyone's been yapping on about? Actually... My name is... На самом деле меня зовут... Yes. Да, пророк собственной персоны, ну что я помню, Шри, благодарил за спасение твоей прошлой жизни. Драма шифрования этого диска. Мазафака! Откуда у тебя этот диск данный от первоглавных главных корпораций? Но здесь... Мне не хватит вычислений мощности, чтобы взломать этого плохишан, добрый точку доступа по криптобанку как раз подойдет. Хотя является самым бойцом, его навыки отличаются от навыков любого другого хакера, работающий на сект. Хакеры могут добывать крипту в банках, взламывать здания, устанавливать турели, запускать наблюдательные дроны. I am the prophet. А, и куда это? А, вот сюда куда-то.
Жители города с жертвами не только правы, но также кого вам нравится жил, которому можно обратиться в веру, любить. Неважно, по кому тебе упадет, по своей воле или нет, и придется поделиться своей криптой. Легкий способ заработать немного деньжат. Свята святотатцы, как наркоторговцы, тоже могут пойти за вами или умереть за своих ложных богов. Делайте, что хотите, главное, что в результате вы получите добрые деньги. Все равно, что они проведут. Ой. I am the instrument of his will. You have been defeated. Опа! Почему? А кто умер? А продолжить я не... Да ёптель моптель. Да, давай. А у меня был сейф или нет? Или как там это происходит? Ну ёб твою мать, взять и... Короче, ну нельзя, видишь, я набрал этих таких, которые, короче, их вначале нужны, их, короче... А нельзя здесь делать как в стратегии, типа, назначить, типа, на кнопку, типа, единицы это эти бойцы, двойка это эти бойцы. Или как? Ёб твою мать. Да, все понятно. Да, иди нах. Так. Так, 15 из 28 и сюда. А, ну сейчас, подожди. А, есть, стоп, нет. Нет. Так, догму давай. Это же мы делали, да? В смысле? Почему? А почему ты догму-то не хочешь делать? Что-то я не понял. А, вот всё. Вот я этого хочу, иди сюда. Можно тебя при это приманить? О, хорош, он передо мной колени аж сводит. А кто это такой? Это он? Очиститель. А, да, это он. Follow me and fear no darkness. Подожди. Или как? Ой, ёб твою мать, игра сохраняет. Я не сохраняю, ладно. Я просто, да, ладно. Ну сейчас посмотрим. Yes. Ёпти. Опять видишь, как бы он делает почему-то. Ну короче, да, с управлением немножко как бы... А эти чё? А, ну это стрелюхи. Это классно. Они далеко могут стрелять, короче, понял? Так, иди-ка сюда. Я могу его? Могу. There can be peace, we shall, if God allows it. О, они классные, мне нравятся. Слушай, у меня что-то это... Оружие что-то мне... А почему? Подожди, почему ты мне... Ты можешь меня немножко это... Меня немножко подлечить-то? Где ты? Yes, O Great One. In the name of God, I go on this journey. Почему ты не лечишь? Our future is promising. Ну, автолечение, а почему оно не лечит? Our salvation is nigh. Ну ладно, короче, не важно. Так, это мы все били, мы это да. А какой там кнопку? Да, понятно. I am the prophet. Quest completed. This is like target practice. Ну что вы делаете? Motherfucker! I am the instrument of his will. Оп. Подожди. Fire, God admires. Gonna blast him to smithereens. This is gonna be good.
Ничего здесь взломать пока не это, да, нельзя. Так, там ничего тоже нельзя. Так. Опа, стопа. Вот с управлением, да, тут немножко. А так, в принципе, нормально такая стратежунская. Это то, что мы с вами играли в этого в некромантера, да, тут. То же самое. Вроде как. Ну ладно. Погнали. Если нам туда, значит нам туда. Я не понял, почему эта тёлка не лечит. Или всех вы... А, не лечит. Оп. А, ну да, это я читал, так. Погнали. Тихо. Я сколько потерял? Я до хрена потерял. If God allows it. Проповеди будем читать. I can see it now. Makes sense. Our salvation is nigh. Так. Там еще был какой-то дрон. А вот и дрон. We shall. Хорош. А что мне нужно с этим? Взломать криптобанк? А, ну, наверное, мне нужно расчистить территорию. Yes! Да, вот этот Сема, старый добрый криптобанк. Чего ж ты ждешь, мой пророк? Захвати его. А чего я жду в натуре? I am the prophet. Опа. Криптобанк мой, да? Quest completed. Черточку нас показал смоловат, нужно больше мощности. Примерно компьютер, управляющий сектором. Не стойте на месте, нам нужно взламывать здание. Нужно занять территорию, нам понадобится оружие. Мы пророк, давай захватим оружейный магазин. Без кредитов оружие добыть. Я достану их, если найдешь мне несколько хакеров. Что надо делать? Что надо делать? Криптобанк — главный источник крипты. Доход от банка будет расти в зависимости от количества хакеров, подключенных к точкам доступа. Улучшайте здание, чтобы создать больше точек доступа. Логично. I am the instrument of his will. Так, подожди. Это все мое теперь, да? Follow me and fear no darkness. А как я это могу сделать? Подожди. А, вот. Дрон-наблюдатель, турелька, улучшить здание. Че, сколько стоит? Ага. Улучшить здание, улучшили. Да? Сколько времени потребуется? Мы уже улучшили его или нет? 6000 нужно, у меня 2600, да? Турелька. Skill researched. Skill researched. А что это такое значит? Our future is promising. Непонятно, да, пока что это значит? Опять там кто-то сверлить у меня начал, короче. Помажьте последователя до хакера, взломать оружейный магазин. Так, а здесь ты что-нибудь... Ничего не... Так, F1, там вся армия. Да? А мне нужно еще, слушай, надо по дороге посмотреть, будут ли эти очистители. Их переманить на свою сторону. Так, нельзя... Обычные люди. Опа, ёпть! Да блин, не видно ни черта. Будет стрелять-то или нет? Все? Я потерял... Сколько я потерял? Блин, я дохрена потерял народу. Хорош. Фалин is under attack.
Так, 2700, подожди, догму могу сделать одну? Нет, вот эту могу сделать. А, не могу, почему? Я по этой ветке, типа, пошел. А эта ветка что делает? Ладно, забей. Так. Да, да, да. Ой. По идее, то есть можно просто прибежать, на самом деле, ничего не, ну, не нажимать ни на что, просто вот так и все, да? Или нет? Так, у меня очиститель еще один, короче, остался, мало, да? Иншалла. Что это такое я нашел? Что это такое? Храм. Союзник знаний позволяет еще про... Time is of the essence. Хорошо. Так, мне нужна новая группа людей. Ой, где мой? Вот этот, ты мой, да? Instrument of his will. Our salvation is mine. Приумс. Так, а о чем у нас там деньги как бы капают, но не капают, да? Так, 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 так. I am the prophet. А я могу 44 вообще уже себе в армию набрать, Нарду, да? Слушай, ну мне нужны эти... Как они называются? Мне нужны лучше очистители, блин. О, вот я сюда, я дошел? Или нет? А, еще вот туда надо зайти. А, вон там эти. Сейчас, подожди. Блин, тут нет очищения. Ой, ну ладно. Хорош. Так. Time is up. Да блин, я хотел бы очистить. Опа. Ладно, не там. Обучение по всему городу, расставим бочки, они с газовых баллон. Если нанести им достаточно определяем, взорвут. Станет ли благословение проклятием? Опа. Да, я вижу. Нет, мы туда не пойдем. Там что-то всего много. Поэтому забей. Да, пойдем. Time is up. Опа, стоп. Так, весь народ подойдет. Проповеднички мои, ёптеля. Два бота здесь, ой, два этих. О, все, ганс. Пушки мои. Запад оружия магазин открывает новый тип войска очистителей. Чтобы посадить бойца в очиститель, откройте раздел дополнительного посвящения в панели управления последователями. Это где? Выберите любого из позиций секты в разбойном разделе дополнительного посвящения. Выберите очиститель во время... Это где? Святой выстрел. Нет. У нас проблемы. Приходи передачу, я уже гребный робот сын, у нас сильно задание, я не шучу, сюда серьезный отряд. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ой, все, да, теперь оружие мое, или мы справимся с чем угодно, давай, бля, ты. Так, хорошо. Подожди. Да подождите вы, ёп! Пропускай использование криптобанка, также может поиспользоваться для взлома инспектора займа. Тут хакер мой... Да, отстань. Так, как сделать тебя? Во, и чё? Это что-то мне стоит или нет? Not enough crypto.
Они только через скрипту делают. Так, хорошо. Чё там? А, все, погнали. До хакера, да? Хакера сколько нужно сделать? 7600? Серьезно? Хакера в криптобанк. Это как? Хацкер. Криптобанк это где? Это что? А, это пушки, подожди. Это храм. А это вот сюда? I trust you have a plan. Так, и что, он попёрся там или нет? Да, ушёл. Подожди, а если его убьют? Так, что мне надо, короче, сюда идти, да? Ой, подожди, у меня мало народа. Блин, я не вовремя нажал кнопку. Time is of the essence. This world, it all makes sense. Нихера себе тут народу. Так. Quest completed. Our salvation is now. Так. Где эти здания-то? Ёб твою мать. Да ёб! А я не сохранялся, типа, и там это все сейчас заново нужно будет делать? Да ладно. Нет, если так, то нет. Я не согласен. Я не помню, я где-то... Блин, я же не сохраняюсь. Я же, короче, как-то глупо, да? Не. Да, окей. Ребят, всем спасибо, кто посмотрел видео. Если понравилось видео, понравилась игра, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шемега. Всем пока.